отразить какие-то темы, заданные главным спонсором, главным организатором компании Next Project M, то, что было связано с ремонтом, строительством, то есть обновлением Москвы. И вот когда плывешь на корабле, смотришь на Москву, которая строится, обновляется, художники в сжатые сроки успевают нарисовать совершенно потрясающие граффити, это было действительно очень захватывающе, это было реально круто. Она ходит не со мной, и я не с ней. Работу и домой, в кино, в музей. Приятным шоком для меня было узнать, что все краски, которыми рисовали участники, были отечественного производства компании «Ардон». Сами корабли, на которых происходило все это действие, компании «Ривер Лаунж», я их неоднократно видел с берега, проплывающими мимо, манящих своей роскошью и комфортом. И я узнал о том, что капитаны кораблей ради того, чтобы сблизиться, чтобы члены жюри могли видеть то, что рисуют на другом корабле художники, нарушали речные правила, что придавало всему мероприятию легкую нотку праздника непослушания, чем, в общем-то, в принципе, характеризуется само искусство граффити.